Всем привет! У нас сегодня в обзоре компактная точила от фирмы Lansky, модель под названием Dogbone. Ну а теперь немножко подробнее. Модель Dogbone — это небольшая точилка в формате керамического стержня. Своеобразное название она получила из-за формы ровного круглого стержня с двумя ограничителями по краям. Ее точильная поверхность подходит для основной заточки ножей с последующей доводкой более мелкозернистыми материалами. Эта точилка подойдет для ухода за любыми гладко заточенными ножами, поскольку угол затачивания пользователь выбирает на свое усмотрение. Работать с таким инструментом не только совершенно просто, но еще и безопасно. Чтобы нож не соскользнул на пальцы, предусмотрены специальные ограничители, изготовленные из пластика. Они также позволяют держать инструмент в руках более удобно, поскольку сделаны гораздо более широкими, нежели непосредственно стержень. А для переноски Dogbone можно использовать небольшую цепочку, прикрепленную к инструменту. С ее помощью точилку можно повесить на ключи или же присоединить к темляку ножа, чтобы она всегда оставалась в зоне доступности. При активной эксплуатации ножа рекомендуется после каждого использования производить правку лезвия, дабы режущая кромка как можно дольше сохраняла свою остроту. Для этой задачи идеально подойдет точилка Lansky Mini Croc Stick. Благодаря малым габаритам она займет минимум места в кармане, рюкзаке или сумке. Корпус точилки выполнен из высококачественного пластика, благодаря чему представленная модель имеет небольшой вес и обладает хорошей ударопрочностью. Точильные стержни в данной модели установлены и выполнены из керамики, ввиду чего они гарантированно надолго сохраняют свой первоначальный внешний вид и не сотрутся даже после длительной эксплуатации. Благодаря минималистической конструкции представленная точилка проста в эксплуатации и в обслуживании, ведь для ее полной чистки даже не обязательно разбирать корпус. Для наиболее удобной эксплуатации модель Lansky Mini Croc Stick оснащена небольшой цепочкой, которая позволяет носить данную точилку с собой или использовать ее как брелок. У нас имеется два варианта точки, собственно говоря, в этой точилке. Это имеется у нас большая. Здесь, конечно, это шутка, но здесь даже можно заточить топор. Ну, а здесь у нас используется для доводки и правки нашего лезвия. Удобно, практично, комфортно, а самое главное, занимает минимум веса. И не забывайте, отправляясь в путешествие, не забудьте взять с собой компактное точило. Огромный выбор всего имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua. Всем привет! У нас сегодня в обзоре компактная точила от фирмы Lansky, модель под названием Mini Croc. Ну а теперь немножко подробнее.